Я себе здесь забабахал Эй, кабинет. сэр, можете, пожалуйста, выдать... Да, могу, братиха. Окей, только Здесь... я не могу вы... Только вот я не могу вам выдать лицензию за это. Вот можете, пожалуйста, открыть эту дверь? У меня нет никакого оружия с собой. Нет. Кто сам по масти? Нет, нельзя. Простите, но я не... Кто Ну, по... не могу выдать вам иначе. Кто выйдет Могу иначе? иначе выдать Просто лицензию. себя скинь, давай, про себя кинь деньги и... А вот Я не туда. могу этого делать. У меня Ну, иди, папка когда не лежит в можешь. блоке. Ну, хорошо, иди. Пиздоболище, не буду ему ничего открывать. Он не ничего. буду. Ты че, он сейчас застрелит Мистер нас? Мэр, пожалуйста, Давай, гуляй, кстати, гуляй. у меня нет никакого Он оружия с собой. Работал вчера охранником. Ну, ты слышал вчера, я тебе тут сказал, тоже охранником работал. Вот. Да. Можно с вами на личную встречу, скажем так? Нет. Жалко. Вот, всё. Жопу ставишь, Маленький. подожди. А, есть круглый Часы. стол, Илья, круглый стол есть. Ого, круглый! Круглый, алло, вот, стой, отойди, дай я поставлю. Вот этот круглый! Да нет, алло! Дай! Ну отойди ты хотя бы, чтобы я вышел. Видишь круглый стол? Всё, вот так Вот вот, да, круглый, кстати. ты чё мэрский ставишь стол? Мэрский стол ставишь. Это моя хата. Здесь семья моя. Ну имба, Илья, скажи имба просто. А, я не могу, это такой кайф. Мы не принтер еще сюда поставить. Какой мне принтер? Это Марио. Так. Тебе надо, кстати, комчас бы поставить сейчас. Ладно, так я... Мистер Мэр, я не могу вам выкинуть деньги, потому что... Я бы тоже нахуй! Хуй. Нет, я хочу с вами... Нет, вот убить он хочет, алё. Нет, нет. Бери лицензию, лицензию бери. Рейд один на один. Да он сейчас убьет меня. Не надо ничего открывать ему. У меня нет оружия, вот, обыщите меня. Комчас поставь. Комчас поставь. Комчас поставь. Смотри, вот тут вот закрыл. Не, это тут... Пошли. Нью-Йорк. Так. Всякий Пошли, вот так вот идем. Идем, идем, так вот идем, идем. Оп. Тут оп. Типа, оп. Тут сидеть там. Не, не Я знаю, не вижу, что. Алло. Чефир попить там. А теперь тут паркур, паркур, новое движение самовыражения. На краешек вот этот надо, блядь, прыгать. Это потому что тут кипат, блядь. А, нет, я нету кнопку. Вот так чикс, а так чикс, и так сидишь тут на контроле, главное. Понял? На контроле. На контроле, либо вот так вот. Важно. Здравствуйте. Сколько стоит эти деньги? 10 тысяч. Может поставить, я не знаю, что я не занят, типа. Чё? Ну, они, мне кажется, не отпинают, потому что это монитор покрасил. Чё говорите? В этой постройке вот это запрещается. Вот это вот считается как этот... Как, блядь... пропобус или как там, блядь, я уже забыл. Короче, не туда. Вот это вот, скакать так запрещено. Поставь либо лестницу, да либо... мы сейчас лестницу поставим. Мы хотели как раз лестницу сейчас поставить. Хорошо. Пиздец, мы сразу 2 часа уже ебаны на море. Сколько стоит лицензия на оружие? 5 тысяч. Ты не говоришь, что... Хорошо, а как вам? Как вам перевести их? А выкинуть деньги по себя и вот игра у тебя на хорошо скинуть. Выберу раз на сервере на этом сервере. Да, да, да. Все понял. Он тебе дал деньги? Ты не заплатил уже, подождите. Сейчас заплачу. Сейчас, но мы просто вперед. Ну видишь, какой честный человек. Простите, а как передать деньги? Зажмите С и выкинуть деньги там сверху. Зажать С надо и выкинуть деньги. И написать, сколько вы хотите. Выкинуть. Вот, да, вот так. Да-да-да. Все, спасибо, удачи. До свидания. До свидания. Мэр. Здрасте, да.
Что? Я вот недавно из тюрьмы освободился, меня это посадил госслужащий. Опять? У меня пропал лицензия. Чем говорит? А, лицензия пропала. Можно ее бесплатно взять? Просто ее нету. Шалом. Спасибо, какая щедрость. Так, кстати, база может заодно сесть. Чел, хата моя. Почему заодно заодно? Все слоины готовы. Залезай вот сюда залезай. Слоины. Нет, вот через это, через вот эту коночку. Бля. Ну и? Все, а пока. Нормально. Давай проверим, у меня как раз калькулятор Архимеда есть. Сейчас проверим. Рухнет, нет. Калькулятор есть. Ты сидишь кусок жжёшь? Да, проверим. Прячься, мэр! Блять. Рухнуло. Это свой. Мы проверяем видишь. Прочность. Отходи. Прочность меня. Переделывай. Сколько тебе лицензия стоит? Лицензия $1. О, давай. Потому что я в отставку все равно ухожу. Может тут... А, ты не можешь, да? Ну, смотрите, пойдемте. Пойдемте. Блять. ТВ? Это я. Начальник полиции. Приходили. К мэру. Ты? Мэр, что вас волнует? Че? Что вас волнует? Да, тут какие-то вот люди приходили. Люди приходили, мальчики приходили, стреляли. А ты что делаешь? А я могу тут быть. Окей. Мэр, ты можешь? Ты разрешил ему здесь быть? Нет, я ему не говорил ничего. Вышел. Я вот. Буду вашим личным охранником. Позвольте мне, если так нужно. Ну ладно, сейчас. Можете уйти. Уйдите, пожалуйста. Едят. Идите пока в сейф, чтобы у вас мало ли что с вами не случилось. Я через минут 10 пойду в отставку. Сейчас выйдем. Так, нельзя, не надо, сейчас что я вызвали, одно такое. У него заказ как раз есть от меня. За 15 минут. Поехал, давай. Че у нас взять? Че взять? Поехал, да. Че взять? В эту, где склад у меня? Зятик, я немного не понял сейчас. Где он? Постарпе такая гениальная. Где он или? Можешь повторить? Где он или? Ребят, мне... Один из полицейских, знаете, чё? Один из полицейских вот это дал. Мне надо тебя арестовать. Подожди. Я пожал кому... Выбросите быстро. Свои же деньги обратно получишь. За меня голосуй, мужик. Голосуй за меня, пожалуйста. Готово. О, всё, спасибо. Голосок. Не знаю, интересно. Голосуй за меня, мужик. Голосуй за меня. Честно, всё. Ну, конечно. Здравствуйте. Строй сам базу. Я сам буду. Так, ушли отсюда все. Да, здравствуйте, мэр. Пока все. Можно вопрос? Какой? Видишь, что было? Я могу с вами сотрудничать, как с нарушителем ГОСа? Пока нет. Потом обсудим. Потом. А удалите. Всё. Отойдите, пожалуйста, вот назад, пожалуйста. На время. Ну пошли, ну чё ты, петух, я тебе поставлю базу. Ладно, поставим. Отойдите, уйдите с мэра, я сейчас поставлю базу. Да еп. На, ставь кейпад. Выпусти в лесу. ФДшки, сейчас, погоди. ФДшки, вот, на синюю штуку ставь, на синюю ФД.
А. Мэр. Уйдите, говорите. Поставь комендантский час. Комендантский час поставь. Комендантский час. Я выйти не могу. Поставь комендантский час. Я застрял. Вышел. Помогите. На выход смотри. Я застрял. Все, на выход смотри. Вот у тебя приемная тут. Я вот. Знаю, ты мне в 100 раз уже говорил, что приемная. Я давно... Тебя он опять красивый, ну-ка. Да. Будет у тебя хат. Давай. Хочешь поверить? А, нет, я понял, что за... Я понял, что за хат. Спасибо, теперь все заново надо. Давай. Ну, лицуху? Да. 10 тысяч. Ни хрена себе цены. Ну вот так вот, закон есть закон. Спрашивает меня предыдущий мэр. Не позорься, пошли нормальную газу поставить. Что уже 3 минуты? 3 минуты обком час. И чё, так алё. Да, я выйду тогда. Наверное. Алло. В чём проблема? 3 минуты прошло, я уже не могу арестовать. И чё, тогда я выйду. Нет, 3 минуты от комчаса прошло. И чё, тогда я выйду. Смотри, 3 минуты от комчаса прошло. Значит, мы имеем право тебя сразу арестовать. Значит, надо меня... Арестуй его уже, надоел. Да. Нельзя так, алё. Чё? Нельзя так. Сокси, повернись. Он не бегал. Алло, я не бегал. Так он только что пришел. Так и чё, я не бегаю, я не прыгаю. В ком час я обычный ком час я могу куда-то. Еще он разговаривает, Еще так я за лицензией пришел. Иди. Только с ней встань, я лицензию пройду. Ну все, дайте я домой уже пойду. Бери лицензию сначала. У меня денег нет, у меня 5 тысяч. Тогда арестуйте его. Да, я побежал. Побежал. Волчара позорный. Хоть понял, что вы сказал? У него оружие. Ща. Вы сейчас вырубили? Вырубили это. Прощай. Прощай, мэр. Он включал музыку. Прощай, знаешь, 1.51. Он музыку включал. Прощай, мэр. Пока. На морду протокольная, блядь. Здравствуйте. Можно мне лицензию? Давайте 10 тысяч, и ваша лицензия будет. Ой, это моё, наверное, я уронил. Ох ты, сэр Чеддер какой. Ой, сэр Чеддер хотел ко мне сейчас подсунуться. Как типа агент ФБА. Это да. Так типа вообще не. Мы сейчас сделаем лодочку. Ну такую прям. Привет, мэр. Привет. Можно к тебе? Нет, конечно же. А где у тебя фейдинг тур? Фейдинг тур? Почему? Можешь, пожалуйста, отойти? Нет, на какую дверь у тебя? Вот на эту. Подожди, можешь отойти? На переднюю. Вот, скажи, будки, пап, ты слепой? Нет, не слепой. Или надо на боковую ставить? Надо на боковую ставить. Ну, я в курсе. Пиздец! Вымой 5 кап! Пожалуйста. Можешь пустить? Я просто посмотрю, как у тебя там все устроено. Да, ты выиграл. Это было не просто смело, это было пиздец как смело.
Вау. Просто шик.